Коблівські бази відпочинку розпочали підготовку до нового курортного сезону. В останній день зими відбулася зустріч директорів баз із представниками обласної профспілки, служби надзвичайних ситуацій та енергетиками. Цьогоріч директорам баз відпочинку, окрім звичних турбот з підготовки комплексів до літнього сезону, довелося зіткнутися із чималими проблемами. Через зимову стихію курортна зона довгий час залишалася без світла. Цим і була викликана поява на зустрічі гендиректора «Миколаївобленерго» Юрія Антощенка, який завірив, світло буде. Ввімкнули його буквально того ж вечора. Підключені практично всі. Ті, а ви говорите, що присутствували. Это те базы, которые были заявлены в подключении, не имели никаких к себе вопросов с нашей стороны. Были созданы дополнительные бригады со всей области, с управления. Приехали люди, с бытовики, которые принимали как техническое состояние, так и, скажем, нормы и требования, которые были к бытовой деятельности. Так вот, остались неподключенными, но это те, кто не подал заявки. То, что я просил, подайте заявку, и к вам обязательно придут люди. Некоторые базы не подали заявок. По техническому состоянию они не получили питание. Но возможно сегодня дать им питание, пожалуйста. Если завтра начнется сезон курортный, то питание будет. Але якщо стихійне лихо, неприємність разова, то інші проблеми, з якими стикаються директори баз, повторюються з року в рік. Погані дороги, нелегальна торгівля, низький курс долара в обмінниках. Саме обідне – це відсутствие інфраструктури в Коблево. А вот каждый директор действительно вот свой забор и какие-нибудь там свои вот зоны, которые он, за что он отвечает. А общей инфраструктуры нет. По большому счету, людям, которые к нам приезжают, им, ну, кроме моря, делать нечего. Ну вот есть аквапарк, есть дискотеки, которые вы сказали, да? Вот. Ну хотелось бы какие-то, просто какой-то парк отдыха. Все, что связано с Коблево, это связано с определенной коррупцией. То есть как бы курс неоправданный доллара, евро, который продается, или рубля, а это же имидж Коблева. Дороги ужасные, неубираемые пляжи, мусор, все то, что должна делать власть. Виходів курортники бачать два. Насамперед, вимагати від березанських очільників направляти половину податкових зборів на розвиток курортної зони та погоджувати з ними план її розвитку. Самі ж воліють об'єднатися у профспілку, аби спільно захищати власні інтереси. Хотите ли вы жить так, как вы живете? Вам не важны те деньги, которые вы зарабатываете? У вас их так много, что вы можете вот так вот их раздавать десятками тысяч? Я этого просто не понимаю. Я уже здесь в Николаеве возглавляю профсоюз 8 лет. При мне уже прошло несколько власти. И хочу сказать, что они... Власть уже при мені помінялась 4 рази, а профсоюз був, є і буде. Ще один вихід самим директорам баз – дотримуватися усіх вимог безпеки і норм закону. Адже відомо, якщо працюєш законно, тоді важче знайти недоліки в твоїй роботі. І немає необхідності давати хабарі. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».